Как стало известно сегодня из официального сообщения, опубликованного в 3:45 по европейскому времени на сайте Белого дома, Дональд Трамп примет участие в церемонии открытия представительства США в Симферополе, под которой уже отведено и подготовлено здание на улице Гагарина, 6. В рамках рабочей поездки президент США собирается также посетить Саки и Севастополь. Как следует из документа, обнародованного Белым домом, Дональд Трамп выступит с обращением перед жителями Севастополя, в котором пояснит, что войска НАТО не несут угрозы для жителей оккупированного полуострова. Президент США также собирается убедить крымчан в том, что возвращение АРКФ в состав Украины, которое, согласно его заявлению, является неизбежным, состоится обязательно, бояться ничего не нужно. После визита в Севастополь Трамп посетит город Саки. Кремль пока никак не прокомментировал поступившую информацию, вероятно, это связано с тем, что сообщение появилось поздно ночью и оказалось для российских властей неожиданностью. При этом стало известно, что уже сегодня утром цены на недвижимое имущество Макдональдса в России значительно выросли. А мы, господа, напоминаем, 1 апреля отмечается Международный день смеха. Хороших выходных!